Ребята, мы приехали купаться. Мы нашли хорошее место для купания. Озеро. Здесь можно взять в рент машин, лодку. Поэтому мы приехали купаться. Дети уже пошли в воду. Тима! Тим! How's the water? Все слышат меня. Здесь вот можно взять в аренду такие эти водяные велосипеды и лодки, каяки можно взять в аренду. За полчаса $10, максимально 4 человека. Хорошо, что у нас 4 человека, как раз мы можем... Сейчас дети покупаются, и мы возьмем в аренду, покатаемся на нем тоже. Полчаса $10, нормально, на четверых. Это рули прямо. Так, ну что, мы поехали. Сейчас мы покажем. Мы срентовали эту водяной велосипед и... Сколько? $10 за полчаса. Мне кажется, нам полчаса за глаза хватит. Правда, я времени не засекла, но сейчас посмотрим. Классно вообще. Чтобы обратно потом. Дорогу найти. Можешь навигейшн включить, Дима, не рули на них. Я не знаю вообще рулить по кусу. А не легко педалить. Угу. Тима хотел педалить. Это нелегко педалить. Ах, классно, сейчас покажем. В общем, мы поплыли нашим составом. Мы с Димой педалим. Не так-то и легко. Мы сказали туда, в ту сторону не подплывать, потому что там чья-то прапорти, чей-то участок. Представляете, жить на этом, на берегу этого озера, классно. И нам, так, Дима, туда. И нам кажется, что это... Да? Зачем? Можно до американского флага, он сказал, где американский флаг, можно до туда. Он сказал, что... То есть он сказал, сейчас я вам наговорю. Нам кажется, что это озеро йодовое, потому что вода какая-то интересно коричневая вода. Ох, Дима, у нас с тобой мускулы завтра будут болеть. Ну, да. Тима хотел педалить. Ага, не так-то легко педалить. Тяжеловато. Так, Дима, ты куда? Не разворачивайся. Ну, разворачивайся туда. Ну, да. На час, если брать лодку, это без ног можно остаться. Так это не только так вот крутить педали, можно отдыхать, болтать. Ну, нам можно выехать на середину, от солнца отвернуться, а тогда на них будет солнце светить. Дима, давай туда немножко. А? Что? Тима, next time будешь ты. We are gonna try. First time we are gonna try. Он хочет сюда крутить педали. Вот так вот переходить сюда нельзя, потому что... Он говорит, что дети там же крутят педали и ничего. Он думает, так это легко. Это очень тяжело. Так, главное мне телефон не уронить. А то будет как раз... Там мы потом еще сходим, посмотрим, там игровая площадка еще есть. Там есть где-то можно купить снеки. Сходим, потом посмотрим туда. Но с собой вот, в следующий раз нужно брать кепки. Легко. Почему? Течение. Течение в другую сторону. Красота. Надо не быстро крутить. Там где? А, вон фонтанчик там какой-то. Вообще классное здесь место. Вдвоем педаль. Ну, один сошковать будет, а второй... А небо какое! Вау! Вот мы уже почти подплываем к фонтанчику, но мы близко не будем, потому что близко нельзя. Там купательная эрия. Но не глубоко здесь, что мне нравится, не глубоко. Нам где-то, ну, если вот дойти до вот этого стула красного, то, я думаю, будет нам по шейку, примерно так будет. А, это вся глубина. Здесь, а здесь уже нельзя купаться. Ну, и не надо, нам этого хватило. Вода теплая, вообще классная вода. Значит, можно вот так разворачиваться в ту сторону. На нас светило, он тут только не встречает, сильно, сильно светит. Мы в спасательных жилетах, кстати. На нас на всех четверых одели, это классно. И катаемся.
там всякие лодки. В следующий раз еще что-то другое возьмем сорентовать. Я думаю, что мы сюда будем приезжать теперь. Мы это место надыбали и будем приезжать, да? Сколько это? Примерно полчаса от нас ехать. 25 минут где-то ехать. Раз бассейн закрыт, значит, будем сюда ездить. После 5 вечера как раз мы с работы приезжаем, быстренько покушали и поехали. Красота! Что-то у нас небо темнеет. Как бы чего-то не было. Но пока еще никого не выгоняют. Если бы выгоняли, то начался бы свист спасателей. Поэтому пока еще нам разрешают купаться, мы будем купаться. Привет, у нас полез. Ага. Там, где... Так, короче, мы решили возвращаться. Там осталось пару минут, наверное, нам плавания. Потому что что-то небо чернеет. И они сказали, до 7 часов вечера нужно все эти плавательные снаряжения вернуть. У нас осталось там минут 5, наверное. До окончания наших 30 минут. И жарковато, конечно. Если не в воде вот так сидеть на этой лодке, то жарковато. Спина чешется. Спина чешется. И вот эти штуки такие грязные, такие вонючие. Поэтому мы сейчас пойдем еще обкупнемся. И пойдем, тут есть еще комната, где можно купить снеки. Пойдем посмотрим, что там. Нам же в первый день вылазки надо все просмотреть. Правильно? Да. Мы все должны проверить. И вот здесь такие, сейчас я покажу, кстати. И вон там есть какие-то маленькие домики. Они, похоже, можно здесь купить. И, или в рент ли взять. Но там видно было, что и на продаже стоит. Похоже, что здесь можно взять или в аренду. Для того, чтобы летом здесь отдыхать. Все, нас уже товарищ встречает. Паромщик. Влюбленных много, он один у переправы. Вот здесь есть игровая площадка даже для детей. Всякие интересные такие сооружения. Горки. Здесь можно день рождения, какие-то праздники устраивать. Неплохое место, под деревьями. Вот сейчас мы вышли с воды, под деревьями вообще красота. Хорошее место. Видите, вот такие маленькие домики, как кабинки. Их можно, похоже, брать в аренду. Мне очень понравилось. Мы пошли дальше купаться. Вот смотрите, видите, какая вода. Мы спросили у того, кто нас парковал. Он сказал, что это из-за того, что много корней и... Ну, в воде находятся еще какие-то, типа как... Ну, он не сказал, что это йод. Он сказал, что в воде находится много от корней. Корней, растений, да. Водоросли такие. Водоросли. И он сказал, мы все это чистим, дно чистое, так что, говорит, не переживайте, мы вот здесь воду проверяем, вода здесь чистая. Если но, чистую. Но, говорит, если вот за вот эту веревку заступить... Мы, говорит, проверяли там воду, то там раз и провалились, говорит, чуть ли не по колено в тину, в эту ил. Там не чищено, а здесь чищено, здесь ну, нормальная вода. Ага, слышали? Там кто-то кого-то толкал. Тимоха плывет. А? Вода теплая вообще, классная вода. А? Что у нас происходит? Теперь смотрите там. Вход в небо. Все затягивает, затягивает, все больше затягивает. Ох, скоро нам надо будет ехать домой, иначе мы попадем в дождь. И промокнем. Слышали? Нам надо ехать домой, а то попадем в дождь и промокнем. Да. Чичитака. Лягушонок. Вовремя мы вышли из воды, потому что только что объявили, была молния, а после молнии
через час можно только спускаться в воду. Но через час уже здесь этот озеро закрывается, так что мы очень вовремя вышли. Но мы вроде как дождь намечается, но мы получили такое огромное удовольствие от этого купания. Вообще классно. Мы не пожалели, что мы приехали. Было очень хорошо. Оп, ага. Ой, не знаю, поплыли. Просто лодка только на троих такая. Четвертому нельзя, поэтому я осталась. Но я лодки и боюсь. Она вон так качается, они так гребут, что такие специалисты по гребле, что ого-го. Я в тенечке лучше посижу или в водичку сяду, чем на солнцепёке жариться. Поплыли. А я одна стою на берегу. Ну все, приплыли путешественники. Говорит, накупались. Хотя 15 минут еще можно было плавать, они сказали. Уже не хотим. Ну ладно. Красиво. Это, кстати, уже второй день нашего купания. Вот это можно на четверых взять, но он говорит, это очень тяжело управлять ею. Поэтому взяли. Если бы на такой, я бы поехала. А лодка... Лодки я не очень люблю. Здесь можно что-то здесь покушать. Красиво. И пахнет вкусно. Бильярд поиграть. Бильярд можно поиграть. Мороженое можно купить. Вау.